Главное событие предстоящей недели – съезд депутатов всех уровней. В повестке политическая и социально-экономическая ситуация в стране. В среду во Дворце Республики делегаты обсудят меры, как не допустить ухудшения жизни людей на фоне давления Молдовы. 28 февраля в Тирасполе пройдет 7-й съезд депутатов всех уровней. Нужны меры, чтобы не допустить ухудшения жизни приднестровцев из-за экономической блокады Молдовы. На съезд приедут и делегаты из Бендер. Вот что они думают о предстоящем форуме. Каждый съезд для нашей республики – это знаковое событие. И каждый, который проходил, он проходил, потому что республика испытывала какие-то трудности. Ровно как и сейчас наша республика испытывает трудности экономического характера со стороны Республики Молдова. Я уверен, что делегатами съезда депутатов всех уровней будет выработано единое мнение, которое ляжет в основу резолюции, которую примут и направят всему мировому сообществу для того, чтобы знали происходящую ситуацию в нашем регионе, в нашей республике. Действительность такова, что в одностороннем порядке Республика Молдова были приняты таможенные пошлины на экономических агентов из Приднестровья. И это же, конечно, отражается напрямую на нашем бюджете, не до поступления. И в свою очередь, что скорее всего повлечет нарушение тех программ, которые были запланированы. Поэтому нельзя это откладывать, и это нужно, конечно же, делать быстрее, потому что каждый день он дорог. И чем раньше мы обратимся к мировому сообществу о том, чтобы все знали о той проблеме, которая у нас существует, тогда скорее эта проблема и будет разрешена. 7-й съезд депутатов всех уровней пройдет в сложной для республики обстановке. Депутаты из городов и районов приедут, чтобы предложить, как не допустить ухудшения ситуации в Приднестровье из-за действий Молдовы.